Друзья, привет! С вами Наталья. Вот уже пришла осень и период вечерних семейных чаепитий. Сегодня я покажу свой любимый рецепт творожно-тыквенной запеканки. Для нее нам понадобится средняя тыква, печенье Наполеон 250-300 грамм, 500 грамм творога, 5 столовых ложки манки, 5 столовых ложек меда и 200 грамм растопленного сливочного масла. Для декора я использую миндальные хлопья, но это по желанию. Чистим и нарезаем брусками тыкву. Понадобится где-то 1 кг свежей тыквы. Отправляем тыкву в духовку на 15 минут при 180 градусах. А пока тыква запекается, дробим печенье. Перемалываем любым доступным вам способом. В измельченное печенье вливаем 200 грамм растопленного сливочного масла и тщательно перемешиваем. От готовой смеси откладываем 3 столовые ложки. Их мы используем в самом конце. Распределяем печенье по дну формы и хорошо втрамбовываем. 500 грамм творога тоже измельчаем в творожную массу. В творожную массу добавляем 3 столовые ложки манки, она удержит творог вместе и он не будет отходить водой. И еще 3 столовые ложки меда. Перемешиваем. Отправляем творог в форму на печенье. Равномерно его распределяем. Тем временем и тыква приготовилась. Даем немного остыть и тоже ее измельчаем. В тыкву добавляем 2 столовые ложки манки и 2 столовые ложки меда.